Сапсан, Ласточка, Аллегра, Сокол 250. Система РЖД с каждым годом развивается, и на пути встают все более скоростные поезда. Но вот загвоздка. Провода не готовы к такой скорости. Решить проблему взялся Денис Аксенов. Сейчас он работает инженером научно-исследовательского института физики перспективных материалов при авиационном университете. Он разработал высокопроводной контактный материал для линий железнодорожного транспорта. И существует проблема обрыва проводов. То есть те провода, которые производятся сейчас, они не готовы испытывать те нагрузки, которые требуются для новых видов транспорта. Новыми методами интенсивной пластической деформации мы можем значительно повышать прочность меди и медных сплавов, при этом не теряя электропроводность. Такие заготовки уже были получены в стенах авиационного университета. Пока они достигали 3 метров, в дальнейшем ученые планируют получить заготовки длиной несколько сотен метров. К сожалению, показать, как это работает, мы не можем. Снимать установку нам не разрешили. Она имеет патент и является уникальным изобретением. Китайцы особенно это любят все копировать. У них есть свои подобные разработки, но свойства у них пока такие не получаются. Сейчас мы ищем выходы на апробацию наших результатов. Думаю, у нас должно получиться. Аксенов Денис Алексеевич, Уфимский государственный авиационно-технический университет. Именно благодаря этой разработке Денис Аксенов стал победителем конкурса молодых ученых вузов и научных учреждений Республики Башкортостан. Всего награды удостоились 37 человек. Заявки на участие подали более 300 молодых ученых. Конкурс проводится в республике уже на протяжении 6 лет. Мы очень ценим тех людей, которые работают в этой сфере, тех педагогов, тех специалистов, которые помогают нашим молодым людям развиваться и находить себя, находить свой потенциал, развивать этот потенциал в науке, творчестве, инновациях, искусстве и культуре. Теперь молодых ученых ждет следующий этап – проверка проектов на практике. В случае успешных испытаний научные разработки можно будет реализовать в коммерческом формате. Анастасия Худик, Никита Бычков, Эльдар Каюмов, городской телеканал ЮТВ.